Новая страница энциклопедии «Дакара 2019» от Макси Амели. И в этот раз роман «Отцы и дети». Не только по Тургеневу. На старт «Дакара» часто выходят разные поколения гонщиков одной семьи. Но чтобы отец и сын соревновались в одной гонке – это редкость. А два отца с сыновьями – это сенсация для «Дакара». Младшее поколение едет на «Тойоте Hilux» в зачете Т1, а старшее – на «Полярис» в категории SSV. Знакомьтесь, младшее поколение Аарон Дамзала и Мартин Мартен, выступающие на «Тойоте». 29-летний дебютант «Дакара» польский гонщик Аарон Дамзала – обладатель Кубка мира в классе Т3, а два года назад он пересел за руль «Тойоты». На его счету победа на российской бахе «Северный лес». Для его штурмана Мацея Мартана это будет уже четвертый «Дакар», так как он уже ассистировал таким гонщикам, как Мирослав Заплетал и Питер Вандер Меркштейн. В декабре экипаж Аарона Дамзалы поехал еще раз в Марокко на тесты, чтобы набраться опыта езды по пескам и дюнам, так как на гонке ралли Марокко им принять участие не удалось. Буквально за день до старта на тестах они разбили машину. Аарон ответственно подошел к подготовке гонки. Он посещал тренажерный зал 7 раз в неделю, в то время как его штурман ограничивался тренировками на велосипеде и работой в саду, что тоже дает хорошую нагрузку. У Аарона нет опыта выступления на марафонах. Самая продолжительная по времени его гонка была 6 дней. Конек Аарона – это быстрые техничные трассы, пески пока не его стезя. Также стоит отметить горячность поляка. Мы видели не один раз за эти два года его перевороты и кульбиты, а Дакар не прощает таких ошибок. So it's first time for me, so it's a big challenge. It's the race is two times longer than I'm used to, and it's also a nice race for us because our fathers, my and Maciek, will compete in another car, and I hope we're gonna support each other. Для Дамзала-старшего этот Дакар будет второй гонкой в его карьере, так как он не профессионал. В 2016 году он принимал участие в Абу-Даби Desert Challenge, где занял второе место в категории Т3. Его штурман Рафал Мартен в автоспорте с начала 90-х. Он был и менеджером команды, и спортивным директором, и штурманом. Для Аарона это будет не только гонка, но и путешествие во времени. Впервые с отцом Мацеем Дамзалой он ездил в Перу в 9-летнем возрасте. Это было их первое совместное мужское путешествие. It was over 20 years ago. And it was our first trip to Latin America together with Aaron. And we play on the dunes, but without car. Now we will play with car. Yeah? It's a nice to be together with them here. It's a nice to look how they growing up on their career in the rally, right? I remember 15 years ago when I gone for Dakar, my little son tell me bye bye on the airport. Now we are together here. I'm very happy of this.